Ремонт в общежитиях Казанского университета подходит к завершению. Еще в ноябре по инициативе ректора Ильшата Гафурова Казанский университет провел замену более 400 метров участка городского трубопровода, подключенного к общежитиям, за счет собственных средств. Ранее выявленные дефекты в общежитии номер 3 на улице Аделя Кутуя, старая плитка, изношенное оборудование и мебель в местах общего пользования полностью устранены на некоторых этажах. Я сейчас живу уже здесь второй год, и до этого здесь было очень, так скажем, некрасиво. Все было очень грязное и так далее. Но сейчас после ремонта очень приятно ходить по этажам, готовить на кухне. Ремонт постоянно контролируется со стороны, значит, проректора по хозяйственной работе Сафиуллина Ильдарта Галеевича практически в ежедневном режиме. Для того, чтобы мы избавились в достаточно таком активном режиме от эндемичных насекомых, конечно, было бы правильно, конечно, обеспечить другую логистику для сбора мусора. Поэтому над этим сейчас идет действительно серьезная работа. В некоторых общежитиях инициативу проявили сами студенты. Обучающиеся в Институте дизайна и пространственных искусств, Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ, сплотившись, придумали, как обновить старый коридор общежития номер 5 на Гвардейской, 32. Все, что нужно студентам, это стройматериалы, это шпаклевки, все, что нужно для того, чтобы сделать нормальную поверхность стены. В этом плане университет закупает им необходимые строительные материалы. Курирует эти работы непосредственно институт, и с нашей стороны идет курирование для того, чтобы подсказать, как правильно сделать штукатурку на стене и так далее. В целях обеспечения безопасности студентов на кухнях и в коридорах общежитий были установлены камеры видеонаблюдения. По словам директора студенческого городка, ремонт полностью завершится к началу нового учебного года. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.